Ірина Пак, директор дитячо-юнацького театру танцю «Ритми планети» імені Василя Пака, заслужений працівник культури України, лауреат премії імені Миколи Аркаса. Доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії сьогодні. Добре утро. Дійсно, прекрасне утро. Ну і звісно, я не можу не привітати сьогодні. День балету відзначаємо, так, і будемо говорити про це мистецтво. Для мене це взагалі балерини, це просто ляльки такі, я не знаю. Ну, для мене це щось таке величне. Завжди хотіла танцювати, але балет для мене був, я б сказала, страшним, тому що чуємо і знаємо про міфи, які пов'язані саме з цим мистецтвом. Тому давайте трошки з ними розбиратися, так, напевно. Дійсно. В предыдущем эпизоде было рассказано о том, что действительно труд, какой огромный труд прикладывают к выходу спектакля на сцене, к зрителю, к выходу к зрителю. Но на самом деле он начинается намного раньше, с балетной школы, куда приходят дети в 10-11 лет и посвящают учебе только 10 лет. Представляете, можно закончить получить два высших образования, а эти маленькие дети, которые посвящают свою жизнь, свою полную в жизни, следующую жизнь балету, они трудятся самозабвенно каждый день, и это очень много труда, это очень много пота, это очень много слез для того, чтобы вот такими легкими и вот как вы сейчас сказали, действительно быть воздушными, должны быть на сцене. Это так на самом деле. И вот этот путь, он, конечно, дается детям только благодаря тому, что они настолько верят в свое прекрасное искусство, искусство балета, и готовы пожертвовать и отдать свою жизнь им. Ну, дійсно, хоча в деяких пише, що все ж з 3 років навіть треба починати займатися, не з 10-11. От як це? Це нові методики, розробляють дітей. Діти займаються тільки на ковриках гімнастичними розробками стоп, виворотності, шага. Практично 3-літнього дитина, я не знаю, я педагог з 25-літнім стажем, я не думаю, що можна 3-літнього дитина виводити на сцену. Це нонсенс для мене лично так. Тому що в первую очередь это должно быть осознанно. Понимаете, они на сцену выходят не для того, чтобы какие-то па продемонстрировать, а для того, чтобы передать свои впечатления о танце, той хореографии, которую поставил хореограф, и донести это до зрителя. И зритель должен ими восхищаться, а не просто гимнастическими упражнениями. Вот вы, кстати, не обратили внимания о том, как хореография, именно классический танец, как много внес фигурного катания, для художественной гимнастики. Ведь это же виды спорта, они преобразились благодаря классической хореографии. И мы на льду видим просто миниатюру «Умирающий лебедь». Гимнастки, когда выходят в своем вольном упражнении, даже без предметов, то есть обязательные, это просто мини-спектакль. Это Кармен на сцене, понимаете, это Спартак. То есть настолько это красиво, впечатляюще. Вот именно хореография преобразила даже виды спорта. И поэтому вот такой труд в закулисье, действительно, в зале, которому они посвящают всю жизнь, он оправдывается вот и аплодисментами, и улыбками, впечатлениями зрителей, которые надолго не могут забыть выступающих балерин на сцене. Вот, ну, це дійсно така важка робота, я б сказала, навіть. Це не просто танець. І от більшість навіть пише, що дівчата просто максимально мають слідкувати за фігурою, щоб бути дійсно повітряними на сцені, так, що там і не едят декілька днів. Чи це правда, чи ні? Есть такое действительно, когда они хотят достичь какой-то цели, они ставят перед собой вот эту цель, чтобы преобразить себя и физически, и внешне, и могут до самопожертвования вот в таком плане себя вести. Но это неоправданно, потому что огромный труд, физические вложения такие, поэтому в каждодневный урок у станка на середине зала. И поэтому, я так думаю, это все достигается другим путем. Это просто нужно осознать, что к этому все равно придут. Ну, потому что есть такие физиологические возрастные изменения, естественно. Поэтому это нужно просто знать физиологию своего тела. И все будет отлично, все будет хорошо. А у нас в Николаеве, вы знаете, я просто горжусь, какие огромные силы именно хореографические в нашем Николаеве. И, естественно, основа всей
учить хореографию. У нас очень развита и народная хореография, и современная хореография. Но основа всей хореографии является классический танец. И поэтому этому нужно уделять очень большое внимание. И потом, действительно, когда приходит ребенок, нельзя сразу сказать, там, он будет заниматься джаз-фанком, хип-хопом, понимаете, потому что он должен получить основу, вот ту основу, которая есть в балетных школах, в хореографических училищах. Очень хорошо развита именно вот классическая хореография в городах, где есть театр оперы и балета. Там есть балетные школы. Естественно, оперный театр – это как образец, как эталон, к этому стремятся. И поэтому я так думаю, что не только детей, которые занимаются хореографией, но и всех детей нужно знакомить с балетными спектаклями. Это очень сложный механизм. Предыдущим в фрагменте говорилось о создании спектакля, закулисье, как к этому подходят. И нужно просто, чтобы дети познакомились с этой сказкой, с балетным спектаклем. У нас рядышком находится Одесский театр оперы и балета. Там великолепные детские спектакли. И я почему так уверенно говорю об этом? Потому что в репертуаре нашего театра есть, я думаю, что это уникально не только для города Николаева, но и для Украины. Есть спектакли, балетные спектакли, которые созданы самими детьми, понимаете? Не для детей танцуют, а дети танцуют для детей. И вы знаете, репертуар этих балетных спектаклей очень разнообразен. От классического «Ожерелья для терпсихоры», из глубины веков, это и половецкая сюита, и греческая сюита из глубины веков, и «Воскресенье в Мадриде», «Волшебный сад моих снов», «Египетской пустыни миражи», «Времена года». Эти спектакли, конечно, созданы в творчестве, в союзе с хореографами, в союзе с репетиторами, с детьми, и сами дети на сцене, они создают эту сказку волшебную, сказку хореографическую. И я так думаю, что и они получают огромное удовольствие, и зрители. Це чудово, просто що діти настільки от вживаються, так от полюбляють балет. А от ви за 25 років, так от ви хореограф, і у вас багато випускників, я думаю, так. Що їх, яка їх доля далі? Тому що деякі пишуть, що до 30 і все, потім завершується кар'єра, вже більш нічого немає. Але я знаю, що ваші випускники зараз навчаються навіть у Сполучених Штатах. Вы знаете, хочу сказать просто о своем личном примере. До 25-летнего стажа руководителем театра танца «Этнопланеты» имени Василия Пак я 20 лет протанцевала на сцене, потому что мы с мужем получили профессиональное балетное образование, закончили Одесскую балетную школу. Вот, и поэтому карьера не заканчивается. Действительно, 20 лет на сцене – это прекрасный рубеж, я считаю, этого достаточно для того, чтобы создать себя как личности, как артиста балета, рассказать все, чему ты научился и что ты приобрел за эти годы. И в то же время, значит, этот опыт, огромный накопленный опыт, естественно, хочется отдать, передать, точно так же, как репертуар накопленный за все этот творческий путь. И поэтому действительно, как педагог, я горжусь нашими выпускниками, которые работают во многих странах мира, работают в прекрасных шоу, прекрасных труппах балетных. Я просто сейчас эфира не хватит, чтобы я перечислила и поблагодарила всех. Они работают и солистами Львовского театра оперы и балета, заслуженные артисты балета. И поэтому мы гордимся всеми нашими выпускниками. Я сейчас вижу, как вас просто пылают очи от того, как вы это передаете. Действительно, это же насколько приятно, когда знаешь, что твои выпускники, твои дети там где-то далее потом развиваются. Они и работают, они учатся, и уже закончили в Польше закончили хореографическое образование. И я так думаю, что театр танца «Этнопланеты» стал для них родным домом. И я это ощущаю каждый год во время встречи
в январе месяце во время встречи вот таких выпускников у нас в театре, и летят весточки со всех, из Китая, из Кореи, из Америки, из Польши, из Испании, Франции, ну, невозможно сейчас из Бразилии, невозможно перечислить, поэтому я счастлива, что у нас такие выпускники, мы гордимся ими, и я так думаю, что на этом карьера артиста балета не заканчивается, каждый выбирает себе судьбу сам и делает ее счастливой. Ну і, на жаль, не вистачає часу, щоб ще більше поговорити про балет, так? Але вже ми зрозуміли, що ті міфи, які існують, те, що ми можемо десь прочитати на просторах інтернету, це все не так, що кожен танцівник по-своєму ставиться до цього танцю, до класичного танцю. І поки деякі батьки ще думають, хотіла б вас запитати ще раз, можливо, чому варто дитину віддати на балет? І що це їй дасть в майбутньому? От балет – це, можливо, для вас. Вот по поводу балетных спектаклей, я бы сказала словами Платона, созерцая, мы сами воодушевляемся. Вы знаете, я так думаю, что хореография, да, это труд, это огромный труд, но в то же время это гармония, которая внутри тебя. Вы знаете, я очень многих родителей и детей благодарю за то, что они научились трудиться. Ведь это поможет не только в карьере артиста балета или танцовщика, но и в дальнейшем просто в судьбе любого ребенка, потому что он поймет, что к этому нужно приложить усилия, и этого нужно достичь, этого нужно добиться. И поэтому то же самое, как танец, он настолько вдохновенен, это союз музыки, пластики, внутреннего состояния. И я думаю, это ощущение, если хоть раз один почувствует ребенок это, он, наверное, не изменит этому никому, никогда. А если ребенок просто будет в дальнейшем внутри это состояние всю жизнь свою держать, он будет счастлив. Я вам дякую, дякую за ці поради. Я нагадаю, Ірина Пак, художня керівниця дитячо-юнацького театру танцю «Ритми планети» імені Василя Пака, була сьогодні у нас в гостях. Тепер ви трошки більше знаєте про балет, про класичний танець. І я думаю, якщо хочете віддати дитину, то варто це зробити. Тому що танець – це завжди класно, це завжди якось стимулює, можливо, дисциплінує навіть, можна так сказати. Так?